Всем привет, друзья! С вами Ксюша. Сегодня снимаем новинки моей косметички, моего какого-то ухода за волосами. Это не совсем обзор, это скорее анонс грядущих обзоров. Плюс это та косметика, которой вот очень хочется с вами поделиться. Я начну с тонального средства. Я уже о нем говорила в нескольких прямых эфирах. Я в последнее время просто в шоке. Это Ив Роше. Все скажут, тонат Ив Роше. Я сама также относилась к их тональным средствам. Я люблю только помады от Ив Роше и там, допустим, уход какой-то, да. Но никак не тональные средства. Для жирной кожи это просто муа. Восторг, серьезно. Называется Супер Мат. Обещает 12 часов стойкости. Сложно сказать, я не выдерживаю никогда тон на лице так долго. Но, в принципе, можно поверить. Сегодня он на мне. Я не знаю, как ближе вам повернуться, чтобы вы меня увидели. Тон на мне смотрится естественно. Тон содержит пудру байкальского шлемника. Это очень мощный сорбент, который все на себя забирает. У меня оттенок 100 беж. Оттенок будете подбирать очень внимательно. Есть розовый, есть прям желтый. Выбирайте, на мой взгляд, нечто нейтральное, потому что нейтральный сочетает в себе и розовый пигмент, и желтый. То есть, мне кажется, это самый классный вариант. Он жидкий, ну вот тут он не течет, но вообще он прям так подтекает. И когда вы его наносите, это как будто жидкая какая-то фаза, либо такая флюидная, с пигментом. И когда вы наносите, идеально бархатная кожа, вот, ну я не знаю, ну не видно, наверное. Идеальная бархатная кожа, он не проваливается в поры, по крайней мере, ну не знаю, вот у меня есть поры на лице прям вот такие, не проваливается. Короче, вот я последнее время от него просто в восторге. Он тонкий, но пигментированный. Я не могу сказать, что он перекроет, то есть у меня вот здесь прыщи, конечно, я их покрываю консилером дополнительно, но в целом очень круто, и лицо смотрится естественно. Это мой тон на каждый день. Я не буду использовать там Estee Lauder, что-то такое очень плотное. Да, короче, кто мог подумать, сколько миллилитров? Наверное, 30? Не знаю. Не пишут, сколько миллилитров, но, короче, вот так. Очень крутой тон. Да, давайте покажу вам, что... Но мне сегодня все крутое, нет, не все. Вот, покажу, что мне не особо понравилось. Уже показывала в каком-то, то ли влоге, не знаю, может не показывала, я не знаю, как выходят видео, какие там у них, да, значит, это не от меня зависит, скажем так. Ребята, экспресс-укладка от Tafte, это спрей, который вы наносите на волосы и затем укладываете феном, утюжком, как угодно. Это средство, которое защищает волосы от термического воздействия и... Сейчас. Активатор быстрой укладки. То есть это сокращение времени укладки. Это средство, которое как бы активируется от температуры, и у вас получаются, например, красивые локоны. Когда я накручивала локоны, действительно, они прям держались, как на сахарной воде, все отлично. При этом они не были склеенными, но все это работало. В чем проблема? Почему мне не нравится это средство? Сейчас покажу. Прям боюсь. Видно было? Или вот тут? Видите? Бьет огромной, плотной, упругой струей, и прям волосы намокают. То есть это не средство, которое можно легонечко распылить. Струя очень узконаправленная. Так не должно быть. Средства для, в спрей для волос не должны иметь такой распылитель. Это неправильно. Если кто-то знает, как можно на это повоздействовать, может, есть какая-то хитрость народная. Потому что сейчас это использовать невозможно. Если бы у меня было куда перелить в емкость с распылителем, который будет давать именно вуаль, да, на волосах, я бы это сделала. У меня просто некуда. Классное содержание, отстойное исполнение, я не знаю. Мегафиксация, пятерка, но я бы не сказала. По мне это четверка, может быть, 3,5 уровень фиксации, но в
целом само средство неплохое. Да, но я его сейчас вдохнула, и, по-моему, я даже опьянела немножко. Тонер от Хемфрис, заказанная Херби. У меня это, значит, ну, короче, это для контроля выработки себума. Классный тоник, кто хочет матировать лицо, при этом он бесспиртовой, от него кожа не пересыхает, и он очень рабочий. Он подуспокаивает воспаление, он стягивает поры, он не стимулирует выработку себума. Короче, супер, супер. Хорош, посмотрите, сколько у меня его. То есть я его показываю вам в новинках, но на самом деле я его использую уже достаточно давно. У меня как-то был тонер от Хемфрис, и мне не было такого почему-то вау-эффекта. А сейчас он мне очень нравится. Для меня сейчас тоники всякие вышли на очень важный, значит, какой-то уровень в моем во всем уходе. Почему-то для меня сейчас это очень важно, и я прям вижу эффект. Вижу эффект, да. Недорогая история, у меня, сколько здесь, 237 миллилитров, оставлю ссылку. Мне подружка, у которой сухая кожа, сухая чувствительная, тоже советовала Хемфрис, они разные есть. Но я не пробовала, но она советовала, поэтому если у вас что-то с кожей, вот посмотрите, может быть вам подойдет. Я в восторге, правда, мне очень нравится. Собираешься обновить косметичку? Сделай это выгодно вместе со Smarty Sale, сервисом умных покупок. Высокие ставки по кэшбэку, мгновенные выплаты удобным для вас способом, от пополнения мобильного телефона до вывода на банковскую карту. А минимальная сумма для снятия практически отсутствует. Чтобы вернуть часть своих денег, нужно установить расширение для браузера. В углу экрана появится вот такой значок. И при переходе на сайт вы сразу узнаете, какой процент кэшбэка вы получите. Smarty Sale просто не даст вам его упустить. Установите расширение как можно скорее, ведь грядет Черная пятница и глобальная распродажа на AliExpress 11 ноября. Это возможность купить товары со скидкой свыше 50% и плюс ко всему сэкономить, используя кэшбэк. Косметика, одежда, бытовая техника, игрушки. Покупайте в любимых магазинах вместе со Smarty Sale. Ссылка в описании. Давайте уж коли уход пошел, покажу тоже средство, которое мне очень нравится. Я не до конца поняла, но пока нравится безумно. Бренд называется Paula's Choice, выбор Паулы, да, наверное, так и назвать, или Пола, как правильно, неважно. Значит, смотрите, 60 мл – это дневной крем для лица, для нормальной и комбинированной кожи, то есть, да, нормальная плюс комбинированная. Флюид тонкий, легкий, с SPF 50. Был у меня разговор со знающим человеком, который мне сказал, вы на Кубани расслабленные с точки зрения SPF, вам тут надо постоянно прятать лицо от солнца. Я говорю, ну сейчас-то уже зима, она говорит, пофигу, и зимой тоже. Вот я подумала, что может быть действительно попробовать поспасать лицо. Очень тонкий продукт, но SPF 50, я вам хочу сказать, чувствуется. Диоксид титана, наверное, да, здесь я что-то не почитала. Вообще состав классный с точки зрения содержания всяких экстрактов. Вообще Paula's Choice классный уход у них. Вот. Но я покупала у человечка, который возит косметику из Америки. Но я думаю, можно заказать на Beauty Bay, наверное, есть. Но я очень довольна. Это история для тех, у кого жирная кожа, кто не знает, как спасаться. Вот так можно спасаться. Да, клевый. Клевый крем. Мне очень нравится, какая кожа после него, знаете, как будто зашлифованное. Это приятное ощущение. Да, при этом поры не забивает. Но пока очень нравится. Давайте покажу вам немножко декоративки. Бренд Docolor прислал мне свою палетку. Вообще две. Одну я уже показала, даже макияж сняла. Это леопардовая палетка. Здесь 15 оттенков теней. Картонная эта штучка. И когда я ее открыла, здесь зеркало большое, не буду, да, вам показывать, раздражать вас. Вот так прикрою. Вот такие оттенки. Когда я их увидела, я держала палетку вот так. Думаю, меня терзают смутные сомнения. Где-то я это все видела. И я вспомнила, где я это видела.
может быть, вам непонятно, но очень многие оттенки перекликаются с худой. Это худо нюдс, новый формат. И это, ну как по мне, аналог. То есть, ну смотрите, в худи есть, сейчас покажу, вот этот вот праймер, я не знаю, что это за байда, которая абсолютно не нужна. Но, например, вот эти блестки отвратительные, что здесь, что здесь. Но только это стоит бешеных денег, а это стоит очень бюджетно. Матовый оттенок. И сегодня макияж глаз, кстати, у меня выполнен вот этой палеткой. Не знаю, как вам. Вообще этот макияж больше подойдет кореглазым. Хотя, обратите внимание, мою синеву тоже он, да, достал из глаз. Ну, может, даже и неплохо. Но вообще это история для кореглазых, конечно. Смотрим, что здесь. Матовые, глиттерные и сияющие оттенки, которые дуохромят очень сильно. Например, вот этот оттенок кажется вам белым. Если мы его наносим и давайте его перенесем куда-нибудь, это золото, и это золото такое желтое прям. Красиво, наверное, для определенных макияжей, но, честно, я устала от блесток. Я вот сегодня вот эту историю нанесла только ради вас. Я использовала вот такой оттенок. Я смешала, к сожалению. Я его использовала, чтобы вам показать, он хорош. И вот эти рыже-желто-красные оттенки неплохо вытягивают синеву именно из глаз, поэтому я его использовала. Блестки. Я эту историю не пойму никогда. Она тяжело наносится, она неудобная, она... Ну фиг пойми, она царапучая. Ну вот они, эти блесточки. То есть... Чтобы нанеслось равномерно, тут нужно прям поплясать вокруг него. Ну нафиг нам это нужно? Я не знаю, я против. Баба-яга против. Вот они в худи, два оттенка таких блесток. И это тоже отвратно. Это, ну это вообще... Я не знаю, кому это может нравиться, ну вот. Сыпучая, гадостная история. Если мы говорим о вот этих оттенках, они, конечно, клевенькие. Они как фольга. Очень интересный оттенок, вот такой фиолетово-зеленый, русалочий. И он прям так интенсивно дуохромит это что-то. Ну, вам почему-то этого ничего не видно, но поверьте, он фиолетовый и зеленый, голубой какой-то уходит. Ну, прям восторг. Фиолетово-рыжий мне не очень нравится, потому что для меня это цвет какого-то воспаленного глаза. Да. Если мы говорим... Ну, я вообще вставлю сюда свотчи. Давайте так поступим, вставлю свотчи. Ребята, палетка по качеству очень крутая. Мне напоминает... тени до колор напоминают мне BH Cosmetics. А я BH очень люблю. Но мне кажется, что у до колор круче матовые оттенки, чем у BH. Может быть, я давно BH не пробовала, не знаю, но палетка вот такая. Вот такая, буду пользоваться. Напишите, надо ли снять с ней какой-нибудь макияж, но мне кажется, вы скажете нет. Но давайте так, это будет ваше решение, ваш выбор. Как скажете, так мы и поступим. Следующая моя обновка, это такая моя давнишняя хотелка. Это можно отнести к подаркам на день рождения, честно говоря. Матовые помады от Bare Minerals. Я вам о них рассказывала и говорила, что это самые комфортные матовые помады, которые были в моей жизни. Это помады в формате суфле, при этом они тонкие, очень-очень тонкие, наносятся, как будто это помады, знаете, из разряда Lime Crime или Huda. Но по ощущениям на губах, я не знаю, что может быть комфортнее. Вот из матового, из такого, знаете, интенсивного чего-то. У меня, я купила сет, вот так они продавались. Не то, чтобы я прям очень хотела оттенок люкс, который я вам покажу. Вот оттенок люкс и оттенок Flawless. Итак, что я вам хочу сказать. Оттенки рядышком. Это холодная, припыленная роза. Вот я бы вот это сказала, да, и более лиловая такая история. Если мы говорим о... Сейчас, секунду.
Вот так выглядит их аппликатор. Он обычный на самом деле. Ничего в нем сверхъестественного. И сейчас я нанесу жирный, сделаю большой сводч для того, чтобы вы могли рассмотреть оттенок. Это барбишная история. Вы могли видеть этот оттенок на мне в видео с извинениями перед Антоном С. Вот этот оттенок был на мне. И вот этот оттенок Flawless нравится мне гораздо больше. Сейчас я вам покажу. Он темнее. На самом деле вы можете варьировать плотность. Вот он сегодня на мне. То есть я могла нанести его вот так интенсивно, а могла легонечко прибить подушечкой пальца. По мне улет. Я не знаю, как вам, но мне советовали... А, кстати, аромат. Они пахнут... Я не знаю, может, это молочный шоколад так пахнет, но запах очень вкусный. А мне советовали два эти оттенка смешивать, что якобы так они... Вот я, видите, на границе беру их. Что якобы так получается самый идеальный оттенок. Ну, возможно, возможно. Хотя мне нравится, конечно, больше вот этот без всяких там вмешательств. А вот этот, наверное, тоже я буду носить, посмотрю. Мне кажется, он подойдет загорелым девчонкам больше, чем вот таким бледнолицым, как я. Это будет так эффектно, будет контрастно. На мне хрен пойми. Мне кажется, вот этот мне идет в целом. Кто не пробовал, знаете, Bea Minerals, я надеюсь, что я правильно произношу, это улетный вариант матовой помады, особенно если вы не любите адовую сухость. Мне очень нравятся, они очень комфортные. То есть они прям на губах, вот, ну, я его не чувствую. Прелесть. И последнее, что я себе купила, это, ну, это просто жадность. Это во мне взыграло, я не знаю что. Все знают, что я обожаю вот такие наборы Sephora Favorites. Это... Они в разных форматах, это бывают коробки, какие-то боксы. Это фавориты Sephora, там бывают, допустим, фавориты красных помад, или там фавориты какого-то ухода, или фавориты декоративной косметики. В данном случае фавориты ухода за волосами. Я вам что-то покажу. Ничего не пробовала. То есть оно у меня вот так вот и стоит сейчас с этим театром, я не успеваю ничего. Здесь миниатюры продуктов. Я, честно вам скажу, два продукта меня вынудили купить этот набор. Он мне обошелся в 1500 рублей. То есть за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, за 8 средств. Да, это миниатюры, но это средства для волос, их не нужно лить на себя ведрами. Я заплатила 1500. Мне кажется, вообще очень выгодно взяла. Кристоф Робин, потому что не Кристофер. Ладно, скраб, я очень много про этот скраб слышала для волос, ну, для кожи головы. У него приятный, сладковатый, травянистый аромат, попробую. Но у меня со скрабами для волос жуткая беда. Как вы их наносите, скажите, как у вас получается? Скрабы для волос нужны, это вообще не обсуждается. На коже головы вот такой слой всякого... Вы потом хотите, чтобы волосяные луковицы как-то пробуждались, а как? Через вот этот вот наст из отмерзших клеток, уходовых всяких средств и прочей ботвы, силикона прослойки на коже головы. А мы хотим, чтобы волосы как-то там не будет роскошной шевелюры, если не пользоваться скрабом. И я не могу, я его зачерпываю, и он у меня остается где-то вот здесь. То есть я не могу его до кожи головы донести, но я буду учиться. Marocco Noil, у меня это масло было, мне оно очень нравилось, оно очень вкусно пахнет, оно классно воздействует на волосы, его нужно совсем чуть-чуть. Вот, собственно, ради этого можно было только и брать. Здесь есть средства для укладки, бренд называется, наверное, Living Proof. От бренда Amica маска. Вот такой соляной спрей для создания текстуры на волосах. Вообще не умею это делать, но когда-нибудь научусь. И 50 мл. Это может быть даже полноразмерка. Точно не знаю. Дальше. Здесь был кондиционер глубоко питающий для волос. Бриоджио, наверное, бренд называется. 10 в одном, значит, перфектор для волос. Понятия не имею, как это будет работать. Сиси-крем. Слушайте, сиси-кремы для всего есть.
И все, последний продукт — это увлажняющий бальзам для волос. Малышка, ну на два раза, я думаю, хватит. И, собственно, сама вот такая косметичка, которую можно использовать. Да, вот так. Показала вам свои новинки. Если вам что-то из этого интересно, говорите, будем снимать отдельные видео. Хотите макияж с палеткой Ducolor, скажите мне об этом. Жду ваш отклик, ваши лайки. Спасибо большое, что были со мной. Вы у меня самые лучшие. И желаю вам хороших, приятных косметических новинок в вашей косметичке, которая, скорее всего, больше похожа на мешок, если вы как я. Спасибо, что вы у меня есть. Я лишь ее, мои мысли возносят.